Всем привет, друзья! Вот и наступили самые долгожданные дни для заказа товаров с Али. 11.11. Сейчас много товаров вы сможете купить с большой скидкой. Я считаю, что нельзя упускать такую классную возможность. Сегодня я расскажу вам про отличную работу пылесоса с автоматической станцией самоочистки Абир R30. Будет очень полезно для тех, кто ищет робот-пылесос. Поехали! Абир R30 – это новиночка от компании Абир с мощностью всасывания 35 тысяч паскалей для пылесборника R30 и 6500 паскалей для робота-пылесоса. Намного сильнее, чем у других брендов. Пришел робот в такой вот большой упаковке. Открываем. Внутри сразу же найдем сам робот-пылесос с установленной трубочеткой и контейнером для пыли и воды. Далее в комплектации имеется такая вот фирменная автоматическая база для самоочистки. Хотел бы выделить дизайн. Как по мне, выглядит реально круто. Такой острый, строгий дизайн с прямыми линиями и палитра цветов выбрана, ну, просто топ. Внутри базы есть сразу же мешочек для пыли. Далее инструкция. Набор сменных боковых щеточек и сменный HEPA-фильтр, плюс тряпка. Комплектация действительно крайне достойная, особенно за относительно небольшой прайс по сравнению с конкурентами. Перейдем к устройству робота Абир R30. Крышка робота глянцевая, за счет чего она довольно интересно переливается, но с другой стороны остаются отпечатки. Сверху у нас есть лидар и две кнопки – включение-выключение и кнопка возврата на базу. Сбоку устройства расположился отсек под бак для пыли воды. Да-да, тут, что важно, есть именно комбинированная сухая и влажная уборка. Это огромнейший плюс. Не придется запускать робот по два раза, чтобы полноценно убрать квартиру. Устройство у бака, как вы видите, самое стандартное. Установлен HEPA-фильтр, отверстие для залива воды. Сама тряпка снимается вот таким вот образом. Все крайне просто. HEPA-фильтр также снимается и чистится. Перейдем к задней части робота-пылесоса. Тут все довольно стандартно. Трубощетка, две боковые щетки, шасси робота, датчики падения и столкновения. А вот так вот вблизи выглядит станция самоочистки. Спереди два контакта для зарядки робота, сзади разъем для подключения станции к питанию. Ну и внутри, конечно же, HEPA-фильтр плюс моторчик для всасывания пыли с мощностью 35 тысяч паскалей. Ну и мешок для пыли. Также хотел бы обозначить основные преимущества Абир R30, которые зацепили лично меня. Кроме уже комбинированной уборки и станции самоочистки, мне очень зашла фильтрация микропыли. Оснащенный тройной системой фильтрации, робот может блокировать 99% вдыхаемой микропыли размером всего 0,3–0,5 мкм, сохраняя воздух в вашем доме свежим и чистым. Это действительно интересная фишка, которую встретишь далеко не в каждом роботе. Ну и также есть режим уборки U-образной формы. Способ уборки взад-вперед, имитация искусственного мытья для достижения лучшего эффекта. Это чисто, круто. Пробежимся по приложениям. Называется оно Smart Life. Авторизация проходит довольно быстро. По возможностям приложения и самого важного, можно сразу хранить несколько карт. Устанавливать зону очистки, запретную зону, виртуальную стену на карте приложения и так далее. Также можете называть каждую комнату, как вы хотите. И что интересно, в каждой установить мощность робота-пылесоса. Например, в комнате с ковром мощность уборки поставить на максимальную, а с ламината, например, обычную. Это действительно крайне удобно. Есть такие функции, как поиск робота, таймер, настройка мощности робота и влажной уборки, ну и много-много всего. Что немаловажно, есть русский язык и русская озвучка. Перейдем к тесту уборки. Я как следует зарядил свой новый робот-пылесос и рассыпал на пол разные крупы. Посмотрим, как робот справится с уборкой, останется ли крупа спустя 5-7 минут работы. А заодно протестируем и влажную уборку. Поехали! Ну что ж, итог, как по мне, вполне достойный. Почти все крупинки Абир R30 убрал. U-образная уборка работает довольно корректно. Препятствия робот видит хорошо и сразу же объезжает их. Влажная уборка обильная, пол прям хорошо помыл. Из минусов за все время эксплуатации могу выделить долгую зарядку в районе 5-6 часов. И как по мне, не такое удобное приложение, как в том же, например, Xiaomi. А плюсов тут, конечно, хоть и добавляй. И станция самоочистки, и обильная влажная уборка, U-образная уборка, комбинированная сухая и влажная уборка, функционал приложения, лидар, богатая комплектация и всего за 25 тысяч рублей до 11.11. Вау. Ссылку на проверенного продавца я оставляю внизу. Те, кого заинтересовал, можете смело заказывать. Я обещаю, что вы точно не пожалеете. Могу максимально за это ручаться. Ну а с вами был FutureTime. Обязательно поставьте лайк на данный обзор. И всем удачи. До скорого.